7319, легендарный Дусну Хасан и ассистенты вот Ханат и Роман. Вот, всех в майках телеканала Туран ТВ и у всех в мыслях, что каждый из них обладает меня, возможно, Ханатом. Я думаю, что только Дусу Агамузга удастся это. Куда нам не профессионалам? Тягаться с профессионалами. Ага. Впечатление, как едем? Отлично едем, отлично доехали. Все по графику. Погода шепчет. Я думаю, нас ждут прекрасный улов. Вы за меня будете? Поймаете большую рыбу? Ну, в надежде с утра проснулись, хорошее настроение, в надежде поймать. Как я взял ультралайт, да, маленькие джиголовки, хотел бы посвящать под ног. Просто ты сказал, что будет там будет окунь. Окунь, в основном это окунь будет, да. Здравствуй, Алаколь. Здравствуй, Ахши. Сегодня 31 августа, последний день лета. И мы, наши друзья, Досму Хасан и другие, приехали на рыбалку, как бы попытать и поискать рыболовное счастье. Рыбаска. Вот, Ханат Курманалиев. Да, первый раз. Первый раз на Алаколе. Впечатление? Впечатление, воздух прям чувствуется такой. Морской такой воздух. Угу. Да, погода прям потрясающая, не жарко. Я думаю, что мы в надежде сегодня поймаем местную рыбу, говорят, очень алакольский окунь, интересная рыба. Мы его хотим попробовать поймать сегодня. Хороший вагон, хорошими людьми приехал. Раньше здесь я служил, 5 лет служил в Алматинской области. Сколько раз приезжал? Проезжал через Алаколь на станцию Достук. Но на рыбалку первый раз. Да. Хантурих тоже хочет поискать свое рыболовное счастье. Бросил все свои дела, международные командировки. И вот с Алаколя позвонили, алакольские окуни. Ну, Досеке уже не первый раз, он командир нашей группы. Да здравствует Туран ТВ, во-первых, который организовал нам такую прекрасную рыбалку. Ну, по крайней мере, мы так предвкушаем. Вообще-то я здесь был уже, ловил судаков. Окуней, вернее, была очень удачная рыбалка. А сегодня мы приехали на сазанов. Ну, мы второй день уже, мои ребята там прикормили. Угу. И мне сегодня докладывают, что вчера 25 штук поймали по 2 килограмма. Прямо на берегу зоны отдыха, Алатинис. Мы будем в Алатинис. Ирина Александровна нас ждет. Угу. И мы там сазанов алакольских прекрасных наловим. И получим удовольствие. Мы пойдем через этот вокзал на рыбалку. Хорошо, ребят? Yes. Сегодня решили мы поменять снасти. Условия другие, солнце 30 градусов на улице, вода 24 градуса, комфорт. Саке Халайс, как вы? Ну вот у вас в гостях. Ну прекрасно. Алатинис это как бы жемчужина Алаколь. Да. Наши, мы видим много алматинцев, которые здесь отдыхают. Да. Причем, видимо, одних и те же из года в год. Вот. Ну и новые приезжают тоже. Да, вот мы сегодня приехали, Саке, сегодня на рыбалке. Покажите, расскажите, что тут делается, что изменилось с зимы. А что тут? В общем, что касается зоны отдыха, изменения вы видели, да? Да. Мы новый ресторан построили, несколько коттеджей достроили, занялись благоустройством, очень много насаждений, цветов и детских площадок. Потому что у нас целенаправленно, это детская, можно сказать, зона отдыха, куда родители приезжают с детьми и получают удовольствие, отдыхая здесь. Ну, тем более море рядом. Вот посмотрели, вот буквально 100 метров, мы уже на берегу. Вот здесь на берегу в прошлом году мы ловили сазанов в августе месяце. Почему-то вот в августе месяце хорошо сазан клюет здесь. Угу. Где-то
Так в день мы по 25, по 20 штук, 1,5-2 килограмма высынули. Так это же заготовка, считай, это же промысловая рыбалка, саке. Мы же спортивные рыбаки. Тем более многие, которые отдыхающие, они говорят, мы впервые видим на лакуне такие сазаны. А тут сазаны очень такие интересные, светленькие, золотистые, перышки красненькие. Красивые-красивые сазаны. Да, да, замечательно. Очень, очень интересно. Приманка? Испытать их и посмотреть, как они работают там на Алаколе. Я думаю, что местные ребята, как Саке, он живет здесь уже много лет, как сказать, красивая зона отдыха Ладенис давно уже поражает красотой и удобством для семейного отдыха наших алматинцев. Сегодня мы тоже посмотрели такие изменения. Кругом газоны здесь, да, такой зелень. Алаколь развивается сильно, семейными шагами. Вот, и самое главное, в этой гонки лидером Ала-Денис. Я желаю процветания. Спасибо. Я рад, что здесь на Ала-Денисе рыбаки встречаются. И здесь проходят всякие фестивали. Да. Я думаю, что рыбак, мы здесь проведем осенью неизлечимую болезнь. Смотрите наш телеканал Туран ТВ, отдыхайте на Ала-Денисе и ловите рыбу, которую сейчас мы поймаем. Но для этого нужно 10-15 минут. До встречи там, на Алаколе. Плывем сегодня на новое принципиальное место. Брат Ельтай Джанибек там сидит. У Ханата есть такое предчувствие, что он сегодня все-таки поймает окуня. Если Саша, конечно, приведет корабль. Мы находимся на Алаколе. Вчера провели последний день лета. В надежде 1 числа сентября поймать хищника, кота и нашего алакольского окуня знаменитого. Хочет поймать алакольского окуня, я думаю, что ему это удастся. Приключения Каната Куталиева на телеканале Туран ТВ. Сазан, да? Сазан только, наверное. Нет, ты, канат, никогда так не делай. Ты шнуром, вот так делай так вот, шнуром подходи, ты же сломаешь этот. Да, я просто не буду, сачка нет даже. Ну, вот так вот. Ну что, поздравляю. Да. GoPro, красавчик, отлично, все, есть повод. Наша команда есть. Все, поздравляю тебя. Вот так мы глубину сменили. Давно мечтал Димаш Ага увидеть на Алаколе, а сейчас вот он, Димаш Ага, удочки, посмотрите. Я. О. Алаколе говорит, Роман. Ага. Нам сказали, Алаколе, это хайдерты варится. Я махтанда, ты не видишь, что вот мы в Японии это поболтан. Ага. А балкса да ты базах да да болтан. Дамы таттым. Америка да тулым да тратилсин. Ага. Постоянно Америка да бара. Бұлақтан на көлімізге. Осы бір демалыс болсын, балығым мен күндегімді жеймін. Да, вы что? Бұндай балық деген жоқ, таза балық, жоқ. Так. Міне біз бақыттымыз. Қазақ халқының осында жері бар, көлі бар, тау бар, мынандай азаматтары бар. Ай, бәрі. Ура, Қазақстан! Эти все красивые вещи вы увидите на телеканале Туран ТВ. А сейчас вот исторический момент. Димаш Ага забросит удочку. Его руками, его силой, с его ростом он может Алаколь перекинуть туда. Так, мы его сейчас сделаем. Так, заброс такой сейчас, такой символический. Куда мы так? А ну, итак, заброс Димаш Ага. Есть! Прям балтн-басно, танцы дорогами ноги. Да. Прям по голове большому сазану попал. Все, отлично. И этот заброс вы увидите на телеканале Туран ТВ! Мне осы қазақтың жерін, елін, суын, балығын көрсетіп жатыр. Көріңіздер, келіңіздер, дем алыңыздар. Алла көрге. Шикарный восход. С погоды повезло. Пойду попытаю счастье рыболовное. Кто-то купается. О, лапота. Супер.
И вот Алаколь. Будем ловить спирса. Красивейший пейзаж. О, сазанчик. Сазанчик, куда-то. О, прям идет домой, как домой идет. Без этого, давай. Шаром будет. О, хороший, он хорошо взял. Я. О, отлично, вот они, эй, куда, вот так. Я показываю, что взяли. Вот так вот. Молодец. Слушай, вчера же туда же бросал, точно туда. Первый такой же. Да. Ну, поздравляем, а ну посмотрим, какая рыба. Да, нет, все, пошел. Красавчик. Так. Пойду. Кукан уже полный. Вижу он там. Давай. Есть. Вот. Вот он какой. А на тебя. А? Ну, туда. Полный. Вот так вот. Так, подойдем, посмотрим. Кто-то там раха кого-то учит. Да, что-то ругается здесь со стороны. Вы так всю рыбу, слушай, испугаете. Вот этот тормоз вот такой. Вот надо его так попасть, чтобы если... Ну, все, пойдет. Вот так вот. Все, реверс выключен, отрегулирован тормоза. Теперь можно поставить на что-нибудь и все. Буду сидеть. Так, ну, что-то делает раха. Раха как? О, реке что-то здесь такое мутит, что, блин, только слепой сазан не клюнет. Но там что делать? Досага? Что делать? Посмотрим. Досага вообще. Он одел маску. Рыба теперь, конечно, в такую маску влюбится. Досаге, как подготовка идет? Подготовка идет активно. Ага. Черви. Здесь кукуруза. Все, что хочешь. Все, что хочешь. Различным. Отлично. Различным запахом. Ага. Ну, давайте. Удачи. Мы пошли тогда. Давай. Пытать счастье. Следует. Хорошо? Сайгил Азаревич, калай, как получилось? Как получилось? Ощущение. Выпустил. Ощущение, гандай. Вот потом их как дергало. Да. Ну, первый раз сильно дернуло, знаешь, за кукурузу садачи. Да. А потом он ушел, да тык-тык-тык-тык, я вижу, видимо, карасик какой-то. Лещ, во, вода, чего только, да? Карасик, карасик, лещ. Ну, ничего, пай-пай. Отлично, хорошо. Ну, до конца не зацепил. Угу. Подсек, подсек, ой-ой-ой-ой-ой. Эй, не выжали, а отпустишь? Пацак, давай, пацак, пацак, пацак. А, это тот же сазан, которого вы поймали. Во. Нет, это мой. Это мой. Нет, ты не успел, ты стоишь. Во-во, есть, есть. Идет, 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 идет. Так. Да, ой, хорош, хорош. Скажи что-то. Это хантуре. Удочка. Хантурин, ох ты. Сазан. Вот он, вот он, вот он, вот он. Нет, нет. Слушай, сазан какой-то сазан такой интересный. Красивый. А, как, да, знаете, символический, вытаскивай. Давай, давай, тебе. Хантуре, давай, давай. Дверь потянули. Не, где, зачем? Сачок, 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 сачок. Что, 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 не дергай. О, есть. Ёлки, ну хорошенькие. Вот так. Супер. А теперь немножко впечатления, впечатления. Хантуре как забросил, шикарно. Молодец. Новичкам ведёт. Красавчик. Ну что, поздравляю? Поздравляю, Сергей. Как, какие губы, как у Маши Распутиной, смотри. Ничего себе. Килограммчик. Самый вкусный вес. Да, сразу видно, гастрономический, ну, интерес. Что, да. Так, спортивную рыбалку отпускаем, да? Так, да, да. Так, поцелуй, поцелуй. Я подожди, я, подожди. Не-не, зачем отпускать? Подожди, 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 подожди. Он должен тебя подержать же. Давай, подожди. Поцелуй хозяин. Да. Какие это губки, смотри, а? Я тебе говорю, поди. Конечно. Спортивные же. Ох ты, смотри. Все, все, все. Так, вот так, вот, смотри. Ну, о. О. Как ты, Мандайна, что это? Мандайна. Все, я отпускаю сейчас.
Все. Все. Сам отпускаю. Все, сам поймал, сам отпускаю. Чтоб все видели. Да. А то все думают, эти казахи только так думают. Ай, молодец. Право ушел, да. Нет, оказывается, без заходит капсы. Я думал, ушел, да? Он идет. А где этот? О, влево, право. Вот здесь уже все, уже ассистенты работают. Тяни быстрее, Дон. О, судак, что ли? Это не сазан, ребят. Карась. А нет, карась. Сазан, но маленький. Да. Ну, молодцы, с почином. Пошли, Кан, у тебя хорошо получается, да? Секать. Вот она. Отсекать. Досага уверенно на первое место уходит. Отнесу. Да? Потому что одна была кукуруза. Да, у нас спортивная. Иди, отпусти, Раке. Да. Раке, поцелуй, отпусти, пожалуйста. Давайте. Поцеловать и отпустить, о, хорошо. Это сазан? Да. Да. Маленький сазанчик. О, Раха любит целоваться с рыбой. Ой, все. Ай, досага. Поздравляю вас. Уверенно. Спасибо. Уверенно. Первое место. Здравствуйте, Туран ТВ. Это килограмм на 5 потянет. Ух ты! Такого упили! Браво! Браво! А кто этот счастливый рыбак? Антурек, красавчик! Какая катушка у него! Смотрите, какая катушка! Вот катушка! Вот это да! Поздравляю! Воду за ним заходите, в воду прям зайдите с пацаком, в воду. Надо в воду зайти, надо. Ну, килограмма 4. Да. Ну, шума сколько было, а? Ну, ничего. Самого количества досага, поздравляю. Абсолютный лидер. Вот такого сазана я поймал. Вот эти товарищи не хотят уходить. До последнего сазанчика, представляете? Ну а мы своих поймали, отпустили. И с чувством выполнено долго. Идем на ужин. Ну, сегодня 31 августа, мы провожаем лето, а завтра будет осень. Вот то, что поймали, то и едим. Благодаря досага, Сагила Сергеевича, Ханату, Матаре, Раке. Вот эту ты поймал? Да, да. Вот эту досу только не поймал. Да, да. Не будем. Приезжайте на Ладенис и получайте удовольствие. Я на рыбу показал. Пока. Пока. Сезон закрывается. Всем пока.